Привет, друзья! Некоторые из вас спрашивали, чё, где ролики? Пропал куда-то? Сдох, что ли? Если вы были подписаны не только на YouTube, а на Telegram в частности, то узнали бы, что я не сдох, а что посты пишу каждый день. Подписывайтесь на Telegram, вся движуха основная происходит там. А снимать мне... Ссылка в описании. А снимать мне особо и нечего было. Когда вдохновения нет, когда я не знаю, что сказать, то я и не снимаю ролики, тем более, что сейчас нет монетизации. Смысла в этом большого нет. Ну вот сейчас я знаю, что вам сказать, поэтому решил снять ролик. Сейчас узнаете, что я имел в виду, пока посмотрите рекламу. Сейчас покажу вам один интересный канал. Админ канала уже больше 2 лет стабильно, дистанционно зарабатывает более 200 тысяч в месяц. Сейчас он набирает учеников для создания своей команды, с которой хочет выйти на заработок больше 500 тысяч рублей. Заработок идет с помощью алгоритма, который разрабатывался в течение полугода. Здесь нет никакого фарта, только холодная голова. Так что, друзья, я считаю, это прекрасный вариант для дополнительного дистанционного заработка. Ссылка находится в описании под этим роликом. Итак, друзья, мне иногда пишут разные люди по поводу того, как я переживаю неудачи, как жить дальше. И в частности, рассказывают свои жизненные истории. Как ставки повлияли на их жизнь. Как они много потеряли, как не знаю, что делать дальше. Естественно, я не могу давать им советы. Нет у меня такого практического опыта. Как, например, от ставок отказаться. В частности. Ну, я могу, так сказать, немного наставить на путь истинный в плане того, что не нужно там суицид делать, как некоторые хотят. Не нужно брать новые долги. Как это делал я в свое время, нужно было вовремя, так сказать, остановиться и рассказать всем окружающим об этом. Как бы они ни реагировали, но все равно это лучше. Ну вот теперь я вам хочу рассказать наглядный пример человека, который из моего окружения отказался от ставок. Хотя этот человек ставил довольно долго. И в общем-то такое представить было очень сложно. Поэтому, когда я такое узнал, я, конечно, стал в личку подробно расспрашивать, а как так вышло, с чего все началось. Не могла бы ты написать историю, да, это человек, девушка, историю того, как это случилось. Вот она мне написала, я сейчас вам это зачитаю, 2 части тут есть. И потом я позадавал ей некоторые вопросы, мы тоже это все обсудим. Часть первая. Знакомство со ставками. Началось все с чемпионата мира по футболу 2014 года. Тогда мой папа поставил на выход из группы Коста-Рики и Уругвай и выиграл нехилую сумму, что сразу натолкнуло на мысль, что ставки приносят огромные деньги, и этим можно зарабатывать. Ну, как видите, я прокомментирую сразу, что действительно, чаще всего тех, кто становится игроманами, все начинается именно с того, что первые ставки заходят, если бы несколько ставок в ряд первые не зашли бы, или даже самые первые, возможно, эти люди дальше потом и перестали бы ставить. Вот когда у вас первая ставка заходит, как правило, бывает продолжение. Меня захватил сам процесс ставок, а кто забьет следующий гол, а какая команда выиграет и так далее. Сама я занимаюсь теннисом, обожаю игровые виды спорта, любила смотреть игры по телевизору. А тут еще можно было ставить на любимых игроков команды. И любимых игроков, и команды, что вдвойне подогревало интерес. Ставить в конторе я не хотела, так как там было очень некомфортно. Много людей, маленькие экраны, мало событий, на что можно было поставить. Здесь я полностью согласен, абсолютно. Мне тоже там никогда не было комфортно. Как люди ставят в будках, я не понимаю. Раньше, может быть, и выбора не было, но сейчас он есть, и кто продолжает сейчас там ставить, мне это вообще непонятно. Только что приходите в VIP-зал и пить там пиво халявное.
Не стоит это того. Сначала были ставки на 50-100 рублей в BetCity. Это первая контора, где я зарегистрировался. Дальше лига ставок, BaldBet. А потом появился лакомый кусочек, 1xBet. И та самая знаменитая акция, бонусная 100 долларов, Черная пятница, которая приносила каждую неделю неплохой заработок. Что позволило выйти в плюс. Так продолжалось несколько лет, пока мне не ограничили доступ к ней. Вот когда она это написала, первая мысль у меня сразу была. Так это вот именно в этом, что ли, причина? Ничего себе, никогда бы не подумал, что именно в этом может быть причина. Но считаем дальше. Дальше уже приходилось ставить на свои деньги, не бонусные, которые зарабатывались работой на дядю. И их было жаль терять. Поэтому понемногу терялся интерес к ставкам. Тут мои ощущения усилились, что все дело именно в этом. Во всех конторах уже были использованы фрибеты, а в некоторых порезали счета. А использовать чужие счета я не хотел. Видите, человек даже был в плюсе. Счета даже резали. И все равно, видите, прекратил заниматься ставками. Казалось бы, нонсенс. Что же случилось? Давайте читать дальше. Часть вторая. Всего две части. Завязка. В целом ставки отнимают много свободного времени. Тратятся нервы, портятся отношения с родными, появляются долги и кредиты. Здесь тоже могу прокомментировать насчет долгов кредитов. Ну, не мне вам рассказывать, все вы это прекрасно знаете на моем примере. И на примере своем, наверное, тоже. Ну, что касается этой девушки, то справедливости ради, кредит она не брала никогда. Здесь вот большой плюс и займы тоже. Но мы рассматриваем сейчас общую даже историю, не конкретно ее. А что касается пользы отношения с родными, тратятся нервы. Это факт. С этим человеком я общался, сейчас тоже общаюсь, хотя и не так часто. И могу сказать, да, что когда ставки не заходят, когда что-то идет не так, она становилась очень-очень нервной. Могла и тебе что-то колкое сказать, и трубку бросить в эмоциях, и быть совершенно неадекватной, с которой просто хочется уже самому проще трубку и сказать: слушай, когда в нормальное состояние придешь, тогда звони лучше. Это было очень-очень действительно неприятно, вот такие вот общения, когда шли обзывательства игроков, истерики и прочее. Да, это факт. Тьфу-тьфу, в долги я не влазил, а кредиты не брала. Вот о чем я и говорил. Здесь молодец. Мои максимальные ставки были на 1000-1500 рублей. Но тем не менее, как видите, она пишет, что она была в плюсе за счет этой акции именно 1xbet-овской. Крупные ставки были на бонусный 1xbet. Зависимости сильной у меня не было. Скорее, это было от скуки, так как работа была неинтересная на дядю в офисе, где было много свободного времени. С друзьями встречи редкие, личная жизнь отсутствовала. И вот что же случилось дальше. Как же так вышло все-таки? Что же изменилось? Но потом появился любимый человек, ради которого я полностью отказался от ставок. Он мне сразу сказал, что не будет встречаться с девушкой, которая делает ставки. Ну вот видите, здесь каждый делает выбор сам. Она сделала выбор такой, а я в свое время, видимо, что там говорить, наверное, так и есть. Я сделал выбор другой, для меня ставки были важнее. Я выбрал их, ушел в тень от всех, в том числе от Лены. Решил, что я сейчас сделаю несколько миллиончиков по-быстрому, вернусь, и все будет нормально. Но не тут-то было. В итоге вот я сделал выбор в точности противоположный. Какой выбор делать вам в таком случае, вы решаете сами, каждый для себя. Началась новая жизнь, реальная, настоящая, а не виртуальная. Я уволилась со скучной работы, переехала в другой город. Добавились новые увлечения. Зависимости стильных отставок у меня никогда не было, поэтому я осознавал ценность денег, когда работал на дядю. Не ставил крупно. Молодец, да. Поэтому отказаться от ставок получилось легко. Тем более, как выше было сказано, мой любимый человек против игр. Я спокойно смотрю спортивные события, меня не тянет ставить. Так и есть. Это действительно последовательное мнение. Я даже заметил, что она даже от моего канала отписалась, хотя следила тоже очень немало лет. Я удалилась
Я удалил со всех контор, разослал им письма, чтобы удалили мои данные, и нисколько не пожалела об этом. Сейчас я работаю там, где мне нравится, и в планах открыть свое дело и развиваться в этом. Вроде как, я насколько знаю, это тоже уже в процессе реализации на начальной стадии. Да, могу сказать, что был один, не знаю, срыв это или не срыв, как это назвать. Действительно, она болела со всей конторы, однажды она меня просила, чтобы я поставил со своего счета 1000 на какой-то матч. 1000 это не прошла. Я еще тогда не знал всю эту историю. Но я же теперь активно считаю, сколько у меня плюс, сколько минус в месяц. Это влияет на мои подсчеты. Я ей сразу сказал, слушай, сейчас ты еще отыгрываться будешь и прочее. Еще это на мои прибыли и убытки влияет. Давай, это будет последний раз. Она сказала, да, да, конечно, хорошо, больше не будет. Ну и действительно, такого больше не было. Не знаю, что я тогда сподвигло поставить 1000, но это был действительно единственный эпизод. Потом я ей позадавал всякие вопросы. Еще после всего этого текста, этот текст изначальный. И вот что она тут мне ответила. Я у нее спросил, в частности, этот молодой человек сразу узнал, что она делает ставки. В первом знакомстве или нет? Оказалось, нет, все-таки. Через некоторое время его это сразу не смутило, не сказал, фу, все, пока, до свидания, не желаю тебя знать. Нет, уже как бы чувства были, поэтому было четко сказано, все, на этом давай прекращай, или я, или ставки. И выбор оказался сделан. Через некоторое время сделан вполне однозначно. Так что вот тут причина такая была. А вот еще тут история жизни, его брат, этого молодого человека, на днях сделал первую ставку в жизни и выиграл 5000. Вот тут другая история. Вот что бы делать, этот брат выиграл. Теперь все, у меня это в сознании отложилось. Будет ставить дальше? Тоже станет игроманом? Хочется верить, что нет. Я ей даже в переписке не написал. А вот ему не повезло, в отличие от вот этого ее молодого человека, который сам первую ставку проиграл. Да, он тоже делал ставку. Но после этого уже не ставил. На его счастье он проиграл. Я считаю. Папа очень у нее удивился, что он прекратил ставить. Он знал об этом, да. Но воспринял, естественно, нормально. Папа причем сам продолжает ставить, да. А мама очень порадовалась. Ну, что вполне логично. Что ж такое-то? У меня телефон постоянно голосовой включает, когда я этого не хочу. Так, ну что еще тут? Блять. Я пытаюсь крутить вверх, вместо этого включается голосовой. Что ж за пипец-то? А, еще знаете такой момент, что конторы очень-очень сильно не хотят вас отпускать. Вот у нее постоянно конторы переспрашивали. А вы точно хотите удалиться? А вы не передумали ли? Может быть, кто-то стоит у вас с пистолетом у виска, и это решение из вас выбивает? Вы уверены? Приходилось один раз отвечать точно, точно, конечно, точно, конечно, точно. И так по много раз. И все-таки ее удалили из 3-4 контор. Да, при желании можно зарегистрироваться в других, можно при желании играть с чужих счетов. Но я так понял, тут уже абсолютно твердо все решено. Это не Игорь Прыгарь, это там, не Марченко, который тоже еще 100 раз может передумать. Здесь все очень серьезно, и как она сама, видите, пишет, зависимости никакой ставок никогда не было, поэтому такой сильный играла на мелкие суммы. Поэтому и очень легко было от этого всего уйти. Вот, я спросил, а не было у людей таких мыслей, что ё-моё, вот я ушла из ставок, я же там была в плюсе, теперь я зарабатываю на работе, зарабатываю очень мало. Блин, как же мало я зарабатываю, как же не хватает денег? Может, все-таки там попытаться снова чуть прибавить? Не могу я так больше жить, очень мало денег. Нет, абсолютно четкий на это последовал ответ. Сейчас бы прибавить на ставках, а не работать. Нет, таких мыслей не было. Надо стремиться к развитию своего дела, к этому будет долгий путь.
через любимую работу, накопление. А идея пришла совместно с любимым человеком. Вместе все получится, вместе мы сможем все, как говорит он. Все силы и эмоции будут направлены на развитие бизнеса, который связан с теннисом. Ну что ж, как говорится, успехов. Мы вместе удалились, он тоже, да, удалился. Вот, как говорится, любовь помогает, как бы это громко ни звучало. Ну, мне это уже не понять, вам, наверное, понять, у кого все это есть. Я сказал, что могу спокойно жить без ставок, раз он переживает и не хочет, чтобы мои данные оставались в конторах, было решение удалиться отовсюду. Вот она мне тут скидывает скрины, где она пытается удалиться, и контора задает ей кучу вопросов. Ставки влияют на настроение, а это самое ужасное, пишет она же. Сразу истерики, ничего не хочется, мысли об отыгрыше появляются. С этим надо справляться и останавливаться. Ну, об этом я уже говорил, все так и есть, я это подтверждал выше уже. Так, ну что еще тут вам сказать? Ну, собственно, и все. Основное я вам сказал. Тут я еще вопросы всякие позадавал, которые тут, в общем, вас не касаются. А вот такая вот история. К чему я это все рассказываю? Ну, к тому, что, повторюсь, что мне периодически отписывают разные люди. Не то, чтобы они спрашивают, как бросить ставки или что делать. Ну, просто делятся своим опытом. Однажды мне один вот написывал неделю назад, сказал, я не знаю, зачем я тебе все пишу, но мне нужно выговориться, мне нужно с кем-то поговорить, объяснить свою ситуацию. Насколько помню, он рассказывал, что через 5 дней у девушки день рождения, он многократно уже спрашивал у нее, что тебе подарить. Она уже сказала, что. А потом все эти деньги для подарка проиграла. И она, по-моему, не знает, что он делает ставки. И он не знает, к чему это все приведет, когда он все расскажет. Ему было очень грустно. Но, с другой стороны, он сохранял. Оптимизм сохранял. Расположение духа позитивное. Так это он и со смайликом все писал. Но мне нечего было ему конкретного такого ответить, что в таких случаях происходит. Я могу только своей жизнью показать примеры, к чему это приводит в негативном ключе. Но вот теперь у меня есть конкретный пример, как показать, как люди со ставками завязывают. И, в общем, благодаря поддержке, благодаря любви, они находят в себе силы изменить свою жизнь. У меня канал совершенно не об этом, у меня канал о своей жизни, не об отказе от игромании. Но, тем не менее, мне иногда пишут люди, которые просят какой-то психологической поддержки. Если я не в агонии, если я в адеквате, то я без проблем уделяю время людям, общаюсь с ними. У меня не 100 тысяч подписчиков, не миллион, не так много адекватных людей. Естественно, среди них не 100%, а какая-то часть. Поэтому, в принципе, есть возможность с людьми общаться, как-то их позитивно настраивать и мотивировать, за что мне многие благодарны. Поэтому вот тому человеку, который мне писал некоторое время назад, рассказывал всю эту историю, не знаю уж, как у него там дальше сложилось, надеюсь, он этот ролик посмотрит и напишет мне, что было дальше. Я вот этот ролик тоже предлагаю посмотреть, рассказать. Ну да, здесь, конечно, не было долгов больших, никаких миллионов, как у меня и прочее. Он может сказать, да это фигня, это так любой может сделать, если долгов нет, отставок может отказаться. Ну вот, не любой, все же, как показывает практика. Я просто хочу привести сейчас вполне конкретный жизненный пример из жизни моих людей, с которыми я общался и общаюсь, о том, что и в позитивную сторону тоже можно все изменить. Да, не всегда ставки зло, есть люди, которые ими зарабатывают, есть и такие примеры в моей жизни, тот же Макс Гельманов,
Я с ним встречался, как вы помните, вживую и пытался у него добиться ответа. А кроме ставок есть что-то в своей жизни? Он назвал еще крипту, но он там только начинает, он сказал. Пока еще успехов особо нет. Все, больше он ничего называть не смог. Может, он просто не хочет что-то называть. Но я так понимаю, что ему нечего называть просто. Единственное основное, на чем он зарабатывает, ставки. При этом у него в жизни все хорошо. Но, как вы понимаете, процент таких людей все-таки маленький. В основном встречаются люди, у которых в жизни все плохо, благодаря ставкам. Ну вот, я показываю вам то, что в этом ролике. Что всегда можно найти выход. Если вас поддерживают, то выход найти проще. Спасибо за внимание. Пока.